100 гектар, о которых вы сказали, да, это не единственный земельный участок, который там много земельных участков разных и в разных территориях находящихся. Поэтому вместе сядем, посмотрим карту. Может быть, даже не может быть, а надо будет выехать там, посмотреть в натуре, что это из себя представляет. И я имею в виду не Копскую, а пойму эту. И будем это заниматься. Еще раз вот повторю, я это изначально сказал, никаких там дольщиков не будет. Я имею в виду никаких, никому никакие участки для решения проблем дольщиков там предлагаться не будут.